они могут обращаться в 6-й кабинет военного комиссариата, где мы работаем, соответственно, берем информацию и тут же с ними беседуем и отдаем им документы на руки, мы их не изымаем. И это все, соответственно, уходит у нас в соответствующую комиссию, которая занимается этой дорогой памяти, делается соответствующая большая фильтрация всех фамилий, чтобы не было это один и тот же человек. И, соответственно, конечно, фотографии показывают о том, что это разные люди, хотя фамилии, имена, отчества могут быть одинаковые. На данный момент от военкомата в храм отправлены сведения о более чем 19 тысячах человек, которые были призваны на войну в период с 1941 по 1945 год. Отметим, что приносить информацию можно не только о погибших во время войны, но также и о тех, кто остался в живых.